Пока держимся на первом месте. Хоккейный клуб «Челны» провел третью заключительную игру с красноярскими рысями. Чем ближе плей-офф, тем напряженнее проходят встречи. Так, хоккейный клуб «Чебоксары» накануне выиграл в Оренбурге и на несколько часов стал лидером турнирной таблицы, пока его не свергла челнинская команда. «Динамо Алтай» проиграл две первые встречи из трех в Кургане и временно расположился на третьем месте. Как боролись хоккеисты «Автограда» накануне, расскажет Эльмира Гайнудинова. Красноярские рыси так и останутся на последнем месте в турнирной таблице первенства ВХЛ. Потом и в плей-офф соперником попадется команда, занявшая второе место в регулярных играх. Либо челнинцы, либо барнаульцы. Но желто-синие не хотят такого исхода событий, поэтому победа вчера была принципиально важна. Дружина Мусакаева сразу ринулась атаковать и забросила три шайбы в ворота гостей. Красноярск, если даже идет на последнем месте, очень... Хороший соперник, и нечего терять, бегут, борются. Но мы смогли забить нужные голы. Провел в этом сезоне свою первую игру челнинский нападающий Айдар Хананов. Он недавно вернулся в родную команду и сразу отличился. Очень сильно соскучился. Все время думал об играх, о родной площадке. Вышел сегодня, эмоции прям захлестывали, хотелось победить и забить. В итоге получилось. Вторая 20-минутка могла стать провальной для челнов. За две минуты ворота хозяев прилетели две шайбы. Где-то в раздевалочке в перерыве мы поправили, поднастроили. Второй период мы очень шикарно провели. Мы могли и в счете сравнять, могли и выйти в счете. Но на экваторе встречи стало понятно – гости в счете не поведут. Хоккейный клуб «Челны» выиграл 5-3. Следующие игры хоккейный клуб «Челны» проведет на выезде в Барнауле против «Динамо Алтая». Из трех встреч им необходимо победить хотя бы в одной. Тогда дружина Мусакаева будет лидером турнирной таблицы первенства ВХЛ. А это означает досрочный выход в полуфинал. Опытная команда «Барнаул», плюс домашние игры. Там много очень болельщиков, там полный дворец. Порядка там 4000, наверное, там набирается. Вот. Как наши ребята поведут себя в такой ситуации, я сейчас не могу сказать, потому что мы не играли при таком количестве трибун. Игры с «Динамо Алтаем» состоятся 20, 22 и 23 февраля. Тогда и решится, попадут ли «Челны» сразу в полуфинал серии плей-офф. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, «Челны-24».